Здравствуйте. Рад всех видеть. Вы знаете подростковое время? И как перебороть это? Только через менопаузу. Почему менопауза побеждает подростковое время? Потому что подростковое время, когда человек не понимает самого себя и не может управлять своими эмоциями. То же самое менопауза. Человек не понимает самого себя, потому что просто внезапно эмоции меняются, как в подростковом возрасте. Но в менопаузе есть еще одно, потому что красным становится лицо, и стучится сердце, учащается. Но в подростковом возрасте нет такого. Поэтому менопауза, она побеждает подростковый возраст. И поэтому в нашей компании говорится, сегодня вы можете получить информацию о болезни и от продукции тоже. Я желаю, чтобы вы провели хорошее время. Давайте вместе прочитаем. Умный способ преодолеть менопаузу. С этого момента я начну. Вы думаете, это правда, то, что симптомы менопаузы продолжаются на протяжении 1 или 2 лет? Это неправильно, потому что где-то 5 лет, либо максимум 10 лет. Страдают ли менопаузы люди старше 70 лет? Да, они страдают. Поэтому вы не должны останавливаться, если вам за 70. Нужно ли терпеть и ждать симптомы менопаузы? Нет, не нужно. Потому что менопауза, нельзя просто так терпеть ее и ничего не делать. Я вам покажу сейчас эти картинки. С этой стороны, это сексуальная дама. Вы знаете, кто это, да? Потому что она заботится и о симптомах менопаузы. А с другой стороны, она не заботится о себе. Посмотрите, как они выглядят. По-другому, да? Потому что во время менопаузы все кости разрушаются. И все из-за расстройства биологического даже поза меняется. Если во время менопаузы вы за собой не ухаживаете, то женщины, посмотрите, ноги, они опускаются. И спина тоже опускается. И они могут даже упасть, поэтому руку ставят, чтобы поднять себя. И они так ходят. И люди, которые не справились с менопаузой, они выглядят так. Вы хотите стать такой сексуальной дамой, либо такой старушкой? Нет, конечно. Давайте посмотрим, потому что у женщин есть самый важный гормон, это есть эстроген. Когда я нахожусь в больнице, ко мне приходят пациентки и спрашивают, как этот гормон работает. И три функции у этого гормона. Первое — это это получается, клетки возрождают клетки и возобновляет. Клетки возобновляются после того, как менструация пошла. И таким образом они могут поддерживать свое здоровье. И когда с возрастом обезвоживание происходит, и даже в сердечно-сосудистой системе проявляются проблемы, даже в костях появляются проблемы, сердце тоже нехорошо может вращать кровь, а также плотность крови, плотность костной ткани снижается, а также
внезапные изменения на эмоциональном фоне возникают. Конечно, такие проблемы возникают, но люди, когда не могут себя контролировать, они сразу находятся в таком вот сложной ситуации. Если я не могу себя контролировать, конечно, мне будет плохо. И они обеспокоены, все женщины, которые испытывают эти симптомы менопаузы. И в больницах дают гормон эстроген через таблетки, либо через уколы, либо через пластыри. Различные методы лечения эстрогена. Но многие не хотят гормоны принимать, потому что они страшатся этого. Почему? Потому что они думают, наверное, заболеют раком. Поэтому, когда исследования провели в нашей стране, многие люди, они ответили то, что они не хотят проходить терапию, потому что они страшатся заболеть раком. Поэтому они должны пройти консультацию врача. Те люди, которые уже у них был рак, если у них было воспаление, либо гипертония, либо рак груди. И поэтому они должны пройти консультацию врача. И поэтому женщины начинают волноваться, нужно терапию проходить или нет. И побочные есть эффекты, потому что месячная менструация начинается, потому что кровотечение идет, либо рак груди начинается, тошнота и рвота. И люди, которые проходят терапию гормона, где-то 8,7%, а все другие, они страдают. И поэтому что же нужно сделать во время менопаузы? И нужно вести сбалансированное питание во время менопаузы. Нельзя много пить кофеина, им побольше воды нужно пить, витаминов, минералов, витамин Е, К и Д. И все то, что не хватает, нам нужно это через питание восполнить. Кроме того, нельзя много кушать вечером на ужин. А также жира. Нужно обезжиренные продукты есть, потому что доктора говорят, то, что в основном из-за жира это происходит. Почему же болезни возникают в основном из-за жира? Поэтому вы должны обезжиренное питание составлять для себя. Посмотрите, вся продукция, все эти витамины есть в этом? И, конечно же, да, у нас есть вся продукция. У нас и омега-3 есть, и кальций, витамины D и K. И для холестерина тоже есть вся продукция, чтобы мы могли перебороть эту болезнь. Думаете, на этом все? Нет, конечно. На протяжении этого времени мы продавали Сафора Queen. И мы помогли, и через эту продукцию, чтобы женщины могли принимать эстроген гормон. И Сафора Queen является хорошей продукцией, которая помогает перебороть симптомы менопаузы. Но для того, чтобы усовершенствовать, наша компания подготовила еще лучшую продукцию. Покажите, пожалуйста, видите? Здравствуйте, я являюсь директором центра Ихак Сонг. Очень приятно.
Экстракт корня ревеня помогает от менопаузы для женщин. В 1980 года в Германии начали употреблять, а также в Америке тоже уже получили сертификацию. И запатентированный продукт в Америке, а также в Канаде тоже засертифицирован, запатентованный продукт. И в Корее тоже он используется. Начиная с этого года в трех государствах уже зарегистрированный и безопасный продукт. На протяжении 2 лет провели испытания на применение на людях и результаты показали то, что это безопасный продукт для употребления. И гормон эстроген, который не хватает, он может быть восполнен через этот продукт. Для того, чтобы альфа-рецепторы и бета-рецепторы, которые отвечают за гормоны эстроген, и бета-рецептор, он отвечает за мозги, либо кости, сердечно-сосудистой системы и легкие. А альфа-рецептор отвечает за матку и за грудь. И поэтому и этот продукт, он предотвращает все другие проблемы с гормонами, а также улучшает симптомы менопаузы. А также МРС, есть общий балл индекса оценки тяжести менопаузы. Есть 11 показателей. И в основном все эти симптомы, они тяжелые для менопаузы. И все эти симптомы улучшились во время употребления этого продукта, и после этого тоже симптомы менопаузы были улучшены. И даже частота покраснения лица, который есть один из больших симптомов менопаузы, этот симптом тоже улучшился. А также общий балл показателей, связанных с депрессией, физическое и психическое беспокойство тоже улучшилось, и оценка качества жизни в менопаузе тоже улучшилась. И это все есть положительные результаты. И наша продукция, экстракт корень ревня, мы надеемся то, что этот продукт является превосходным продуктом для того, чтобы помочь с разрешением симптомов менопаузы. Мы будем стараться еще больше исследовать и создавать такие прекрасные продукции. Спасибо большое. И поэтому Атоми, и мы сейчас предоставляем для вас новую продукцию Rhubarb Queen. Провели испытания на людях, и мы увидели то, что все эти симптомы с депрессией, с физическо-эмоциональным фоном, да, все это улучшилось. Если эти рецепторы, альфа-рецепторы, мы не должны трогать, потому что, возможно, и рак появится. Но наша продукция, она фокусируется на бета-рецептор, потому что кости будут крепче. Либо сердечно-сосудистая система будет крепче. А также
функциональность мозгов тоже улучшает, потому что есть даже результаты исследований, которые показывают, что это предотвращает деменцию и все другие болезни, связанные с мозгами. Потому что даже если будут на длительный период употреблять этот продукт, не будет побочных действий. Эта продукция – это ми Rhubarb Queen. Можно употреблять раз в день, и поэтому не нужно беспокоиться по поводу этого. Конечно же, есть продукция из других компаний. Как же наша компания отличается? Как наша продукция отличается? Потому что у нас не химическая продукция, но мы создали этот продукт из натурального экстракта. Разные есть элементы, но, например, стресс, либо эмоциональная неуравновешенность. Этот продукт помогает справиться с этими стрессом. И все витамины, либо кальций, и все минералы входят в этот экстракт корня ревня. И поэтому он сильно отличается от другой продукции. Посмотрите, прекрасно, те, которые заботятся о себе при менопаузе. Это сексуально прекрасная дама. И есть люди, которые не заботятся о себе во время менопаузы. И я хочу вам показать, как это на самом деле выглядит. И маленькая такая коробочка, посмотрите, удобно с собой носить. Баночка маленькая, поэтому куда бы вы ни ходили, где бы вы ни были, вы можете с собой носить и можете беспрерывно на протяжении месяца употреблять. Пожалуйста, сделайте выбор. Вы будете ли, хотите ли быть старушкой, либо хотите оставаться сексуально прекрасной дамой. Это есть в ваших руках. Только...